На линии один за другим идут пакеты для молока. Их выдает специальная машина. Этот перерабатывающий завод – один из крупнейших в Новоселовском районе. Предприятие получило грант в 70 миллионов рублей. На эти деньги и организовали масштабное производство. В сутки здесь планируют перерабатывать до 20 тонн молока. Его будут сдавать местные жители. Мы уже помаленьку начали закупать на пусконаладочные работы. И видим, интерес очень огромный. Люди звонят, люди просят, чтобы забирали продукцию, потому что у некоторых граждан это, ну, можно сказать, источник дохода. Молоко, кефир, сметана, ряженка и многое другое будут тут же попадать на городские прилавки. На работу уже приняли больше 30 человек. Проект важный и нужный, поэтому губернатор Александр Ус потребовал не затягивать запуском производства. Развитию подобных потребительских кооперативов краевые власти уделяют особое внимание. Это влияет на доходы местных хозяйств и в целом на экономику сельхозрайонов. На особом контроле у главы региона и вопрос развития социальной инфраструктуры на селе. В Новоселово в прошлом году построили современный спорткомплекс. Это живущий реальный объект, и вот такого рода районы, они, конечно, заслуживают самой серьезной поддержки, коль скоро и на краевом, и не только на краевом уровне показывают очень хорошие результаты. На мой взгляд, абсолютно правильно, что развивается этот объект не только как спортивный, но и как досуговый центр. Преобразилась в Новоселово и центральная улица. Здесь тоже побывал губернатор. Тут построили сцену и амфитеатр. Среди прочего появились площадки для катания на скейтбордах. Теперь это место притяжения всех селян. Очень нравится. Детей здесь всегда полно. Сегодня, может быть, только чуть-то маловато. А так всегда хорошо. Гуляют люди, взрослые, молодые. Все нравится детям. В восторге то, что детей можно отпустить, кататься спокойно, что ни машина не собьет, ничего. Но не все объекты здесь сделаны качественно. Это обнаружили специалисты местной администрации. Теперь подрядчик должен все привести в нормальный вид в кратчайшие сроки. Как сделают, проверят заново. Екатерина Любим, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.